Сыктывкарские аграрии с понедельника выйдут на массовую уборку капусты. В этом году посажено чуть больше прошлогоднего – 16 гектаров. Несмотря на засушливое и жаркое лето, урожаи радуют. На сельхозпредприятии ожидают собрать 1000-1200 центнеров с гектара. Впрочем, без ложки дегтя не обошлось. Елена Кононова подробнее. Сейчас на полях под Сыктывкаром всего лишь десяток работников сельхозпредприятия и один трактор. Небольшие заявки социальных учреждений и предприятий торговли на цветную капусту выполняют с начала августа, на белокочанную – с конца месяца. В день вывозят по 1-2 телеги, причем с поля прямо к покупателям или на железнодорожную станцию для перегрузки в вагоны. Впрочем, по-настоящему уборку еще, можно сказать, и не начинали. Собрано пока около 5%. Серьезная работа стартует со следующей недели. Поначалу будем в контейнеры грузить и вывозить на ровную площадку. Отсюда будут перегружать на длинномеры, КАМАЗы и увозить на ферму. На массовую уборку выйдут не меньше сотни работников сельхозпредприятия. В основном помогать сотрудникам участка открытого грунта будут тепличницы. Их сезон почти закрыт. На длительное хранение белокочанную капусту 5 сортов будут закладывать в 2 хранилища. Большие партии ранних сортов уже осенью начнут активно продавать и квасить. С 1 октября вагоны овощей будут уходить на север, в Оркуту, Инту, Печору. Очень большой ручной труд. Что посев производится вручную, вот около 700 тысяч штук. Каждая семечка посеяна через чьи-то руки. Посадка идет на рассадопосадочных машинах, но также сзади идут люди, которые подсаживают. И опять же, каждый кустик, они, чтобы в землю попал, проходит через чьи-то руки. И уборка тоже практически полностью вся ручная. Капуста – самая трудоемкая культура. Жаркое лето с низким уровнем влаги и большим количеством вредителей капуста пережила вполне достойно. И теперь зеленеющие поля радуют глаз обилием урожая. Но осенью аграрии встретились с другой проблемой – небывалым наплывом любителей халявы. Причем приходят они группами и ведут себя на полях крайне нагло. Даже вызов полиции их мало пугает. Чтобы минимизировать потери, сельхозпредприятие намерен в считанные дни очистить поля. Здесь уже заручились поддержкой Республиканского агропромышленного техникума и Лесного института. Студенты будут отрабатывать практику по 4 часа в 2 смены. Так что, похоже, в этом году капусту уберут в рекордно короткие сроки. Елена Кононова, Константин Куратов, Вячеслав Беспалов, телеканал «Юрган», Сыктывкар.